И всем привет, с вами был Лорис, и сегодня мы будем продолжать прохождение Майнкрафта, это уже третий день. Так, нам нужно теперь достать гравий и песок. Песок у нас в принципе есть. Мэрия пусть пока стоит, ратуша это. Мы ее пока что не будем даже делать, зачем? Это бесполезная трата ресурсов, я так считаю. Которых у нас сейчас мало. Нам теперь нужно построить все в этой деревне. Так, у нас есть песок и глина. Отлично. А, я забыл. Надо было... Да, точно. Надо зайти сюда и начать постройку здания. Создан запрос на постройку. Альтернатив стол? А, ладно. Так, нам нужен дуб и булыжники. Пошли к ней в хижину, посмотрим, что нам нужно. Сундук. Булыжники есть. Остальное нам, в принципе, не нужно. Да. Не так уж сильно нужно. Окей. Теперь ложим сюда песок, гравий и глину. У нас есть грут, ну или цемент. Я есть цемент, да. Окей. И дальше мы его просто плавим здесь. Это где находится? Да, немного нам... Нужно больше стекла на панели. В этой реке как-то глины много, кварца много, песка мало. Не очень удобно. Да. Ладно. Ты про что, чувак? Ну, видимо, я решил сделать чисто каменную хижину. Ну ладно. Почему бы и нет? Разнообразим немного местность. Вот это вот я заберу. Нам нужно много всего. Особенно нужно много земли. Жаль. Так, надо быть осторожным, чтобы не сломать нашу лопату. Вот тебе земля и факелы. Так, у меня там был уголь. Я помню, что у меня был уголь. У меня было не так уж много, конечно, но... Придется его пустить на факелы. Положу сюда 22 факела. Что тебе еще нужно? Белая кровать? Ладно. Града, ступеньки. Жирная плита. А, ясно. Дубовый забор. Сундук. Давайте сделаем ей здесь верстак. И забор сделаем из березы. Вот так вот. Замечательно. Стоп, они березовые. Ой, зараза. Просто делай так. Просто так. Будет быстрее. Зараза. Теперь булыжная ограда. Ну, вроде бы это делалось вот так. Мне нужно ее, наверное, столько. Даже меньше. Ну ладно. В будущем пригодится. И теперь нужно сделать ступеньки. Ну, этого мало, конечно. Но... Ой.
Куда моя вода ушла? А, я отхватил. Ладно. Теперь нужен сундук и деревянная нажимная плита. И нажимную плиту, да? А, вот так. Так, кажется, плит нужно больше, да? Да. Окей, сделаем больше. На, у меня проблема. Снова оверкил, ну ладно. Теперь нужна белая кровать. Для этого мне нужна... Мне нужна... Да. Я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно сделать каму. Угу. Кама. Здесь... Ага. Голова камы. Делаем ее из булыжника. Угу. Ой, точно. Мне же еще эти части нужны. Так. Упс. Хотя ладно, да. Просто использую палки. Угу. Почему нет? Окей. И я все перепутал. Отлично. Кама — это инструмент, который используется для того, чтобы... Как сказать? Для того, чтобы собирать предметы и все такое. Да. А еще им можно пользоваться для того, чтобы стричь овец. Например. Если мы найдем их здесь. Но уже начинается вечер. Вот так вот она быстро добывает. Быстрее, чем рукой. Ладно, пожалуй, так начинается вечер. А я... А, песок у меня есть. Сколько это у меня? Как у меня так много его? Ладно. 8 песка. 1 уголь. Пусть работает. А, я хотел положить еще цветы сюда. Они мне пригодятся для занятия ботанией. Так, глину я, пожалуй, положу сюда. Она нам еще пригодится. Да. И надо лечь спать. Надеюсь, завтра пойдет дождь. Не хочу пить эту грязную воду. Окей. Теперь надо пойти и выпить эту грязную воду до конца. Чтобы иметь наиболее полную жажду. Просто потому что почему бы и нет. Отлично. Теперь нам надо найти овцу. А где ее искать? Давайте найдем овцу и на этом закончим серию. Хорошо? Так, у нас курица пробежала. Угу. Здесь у нас свинья. Знаешь, где-то впереди овца должна быть. Или корова. Тоже вариант. Но лучше бы овца. Свинья. Я слышу зомби. Ага. Мне нужно будет эти мистические белые цветки. Угу. Именно они нужны для того, чтобы начать ботанию. В принципе. Ну, свиньи мы нашли. С этим у нас в будущем не будет проблем. Так, ясно, здесь у нас пещера. Нам туда нельзя. Грибы лежат. Я, конечно, все понимаю, но... Но! Где чертовы овцы? Я думал, мы их найдем по дороге и быстро вернемся. Но оказывается нет. Ух ты, красивый биом там впереди. Цветочный. Ха, наверное, надо было там разбить лагерь. Но кто знал? Кто знал? Лавандовый биом. Надо же.
Даже не знаю. Это овцы. Отлично. Так. В принципе, у меня есть кама, она стрижет по... Господи. Хорошо, что я не бежал. Ладно. Будем запоминать, что здесь у нас дыра в мире. Она собирает по одной шерсти, как я помню. А нет, может и больше. Ладно. Видимо, исправили проблему. Окей. У нас есть 8 шерсти. Что это? Оловянная руда. Ну, олово это такое себе, конечно, но оно нам пригодится. Ломаем одно, выпадает другое из Term Foundation. Забавно. Ага. На лопату мне, конечно, уже такого. Мне бы гравий найти на самом деле. Ладно, вон там видно наш дом. Вернемся туда. Может отрегенить еще здоровье немного? Не знаю. О, розовый цветок. Мне, в принципе, нужно хотя бы по одному цветку такому. Потом я дальше могу выращивать сам, но... Почему бы и нет? Ладно. Даже не знаю, стоит ли это выковать. По идее, стоит. Потому что нам это все пригодится в будущем для построек. Так что давайте. Здесь я немного срежиссирую, наверное. Ну, думаю, я выкопал здесь достаточно. Этот участок я оставлю на будущее. Что сделает Райан Крукер? О, господи. Что здесь делают мои жители? Они не очень умные. Ой, там пчелы, конечно. Нам мне нужно собрать здесь цветы. Надеюсь, они не очень будут жаловаться на то, что я взял у них один цветок. Так, это у нас синяя гортензия, она нам бесполезна. Анемона тоже. Вот где ты была, овца, раньше? Ну ладно, не нашел белых. Белые овцы лучше. Они требуются для того, чтобы делать кровати. Это у нас лен. Тоже бесполезная штука. Ну ладно. Возвращаемся домой. Хорошо, что здесь есть? Коровы, в принципе, мне не пригодятся в будущем. Надо бы их начать разводить. Вообще, надо бы начать разводить уже здесь. Да, надо будет сделать мотыгу. Следующим, что я делаю, это, в принципе, будет хороший дом. Ну, не только дом, а, в принципе, вообще все получше, да. Ферма, точно, ферма. Мне нужна будет ферма. Окей. А, да, пока мы здесь, надо сделать еще кровать. Думаю, березы уходят. Надеюсь. Итак, вот тебе панель, кровать. Готово. Да, все есть, да. Ладно. Ложим стекло сюда, на будущее. Чего тебе нужно? Зачем тебе нужно кровать? А, здорово. Yes, sir. На. Держи, работай.
Отлично. Для того, чтобы сделать нам другой дом, мне нужно, да. Так. В принципе, нам нужна ферма, да? Но... Ковбой, может быть, сделать? Нет? Для этого нужна говядина. И куча места, по идее. Ну тогда у нас будет, в принципе, хорошее место, чтобы это делать все. И свинина. Посмотрим. В принципе, здесь будет больше еды с них. Да, нам еще нужна будет кожа. Так что да, пойдем убьем корову. Так, коровы были у нас здесь, как я помню. Мне нужна одна, пожалуйста. Спасибо. Теперь думаю. Потому что фермер — это довольно бесполезная вещь у нас. Поэтому я решил, что лучше уж я сделаю что-то более полезное. Ой. Замечательно. Перепрыгнем и сделаем себе эту вот штуку. Ой, не то. Эту вот штуку. Хижина ковбоя. Цветы положу сюда. И так уже ночь, надо быстро лечь спать. Угу. Отлично. Чуть не заполнились зомби всякие. Угу. Андрей, ты все такое нам еще пригодится здесь. Ладно. О, у нас есть железо. Достаточно железа, чтобы сделать. Раз, два. Угу. Так. Раз я взял себе ковбоя, то почему бы нет? Почему бы нет? У нас теперь есть дом, в котором они могут жить. Вон тот, да? И тот дом уже она закончила, да? Надеюсь, что да. Ладно. Хижина ковбоя. Неплохо. Ну вот так вот поставим. На пятом уровне она будет побольше. Но в принципе не так уж и больше, чтобы... Да-да-да, это можно будет... Там можно будет разместить все так. Надо поднять на один уровень вверх. Или на два. Нет, на один, ясно. Подтвердим постройку. Не так уж больше. Не так уж много места занимает. А, я могу ее немного передвинуть вглубь? Я тут подумал. Собирать молоко, ясно. Ясно, я не могу ее передвинуть никак. Ой. Ну ладно, ладно. Будем строить так. Построить здание. Medieval Birch. Я могу здесь переключать. Medieval Oak. Ну, я так думаю, просто деревянное сделаем. Потому что почему бы и нет. Построить здание. Так, древесина у меня с тобой. Так, научу тебе делать древесину. Потому что это будет легче и быстрее для меня. А, теперь нужны только булыжные ступеньки и факела. А, стоп. Тут у меня все есть? А, нет, это чтобы... Да, это чтобы доделать этот дом. Ты же доделаешь их сейчас, да? И мы сможем закончить серию, да? Саманта? Давай, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Время — деньги, я бы сказал. Но здесь нет, да. Окей, ты почти доделала. Ау. Я думал, вход будет с этой стороны, ну ладно. С той стороны тоже неплохо. Что тебе осталось-то? Факела? О боже, могла бы сразу их взять.
Некультурно. Да, я знаю, что некультурный тут я, но я хотел туда войти, чтобы посмотреть, что тебе нужно еще. Ладно, ладно, ладно. Как хочешь. Это я раскопаю. Угу. Закончил с постройкой, замечательно. Хотя бы как-то так закроем. Так, посмотрим, что нам нужно для ковбоя. И нам нужно будет начать пить воду. Окей. Булыжники есть, дуб есть, факела есть. Земли не хватает. Ну нифига себе земли нужно. Верстак нужен, дубовая дверь. Окей. Ну, верстак мы сделаем из этой вот. Так. Дубовая дверь, говоришь. Окей. Ой, что было? Ладно. Ответ. Так, верстак и дверь. Дубовые доски, земля, калитка. Угу. Тебе нужна только одна дубовая калитка, в принципе, да? И потом заборы. Так, калитка, если я правильно помню, делается вот так как раз. Да. Здесь нужно 10 заборов у меня есть, в принципе, да. Что я делаю? А, ну да, я все правильно делаю. Угу. Вот так. Клетка, заборы. Дальше. Дальше нужно дубовые плиты, дубовые ступеньки. И еще заборы. Окей. 20. Нужно просто 20. Вот так вот просто сделаем и все. Это должно хватить. Просто древесина. Ну это легко. Бам-бам-бам. Теперь дубовые плиты и дубовые ступеньки. Ой. Это я беру. Угу. Так, плит, наверное, сделаем 10. Угу, теперь нужны ступеньки. Два стака трясина. Окей. Ложим ступеньки, двери, плиты. Что тебе еще нужно? Земля и еще 10 ступенек. О боже. Ну вот тебе еще куча ступенек. Потому что почему бы и нет? Земли у меня мало, конечно, но ладно. Теперь нужно еще 60 земли. Вот целый стак. Ну, места у меня хватает. Ладно, ладно, ладно. Идем искать землю. А еще раскопаем вот эту вот всю штуку. Потому что нам она здесь пригодится. Она нам не отдаст ничего, как я понимаю. Потом надо будет сделать лесопилку. Ну, я понимаю, зачем нужна земля, чтобы вот это вот все заполнить. Так. Окей. На березу мне как-то немного плевать. Потому что береза нам не очень-то и нужна. Это я, пожалуй, заберу. Сама-то даже не знает, что она здесь будет делать с этим всем. Окей, окей, окей. А, надеюсь, здесь есть вода рядом. Угу. Теперь нам нужно сделать целый стак земли. Ну, берем целый стак земли, получается, отсюда. Надеюсь, нам это потом не аукнется, и мы не будем искать потом еще кучу земли для того, чтобы вот эту вот дырку заделать. Ну ладно. Ой, почти сломал, почти сломал. Угу. Ой, я забыл, что вот эти вот надо собирать еще. Окей, ну... не так уж много осталось. Почему бы нет? Руками выкопаем еще 10 штук. 5, 4, 3, 2, 1. Готово.
Его еще немного, потому что вдруг ей пригодится еще потом. Кто ее знает? Тоже не я. О боже. Чуть больше стака земли. Это должно хватить, чтобы все сделать. И она будет этим заниматься. И тогда у нас будет, в принципе, куча еды. Надеюсь. Окей. Чуть больше стака земли. Тебе еще две земли нужно. О боже. Ну я сделаю 4. На всякий случай. Просто на всякий случай. Кто тебя знает? Окей, вроде бы у нее все есть. Это замечательно. Положим всю еду сюда, которую я случайно взял. Саженцы. А, цветок у меня еще есть. Цветок я ложу сюда. Яблоко я подам нашей строительнице. Потому что ей нужны сейчас. Ладно, ты не хочешь работать с этим, ясно, ясно, ясно. Готово. Ну, я надеюсь, что у тебя по инструментам? Ну, в принципе, работает. А, теперь ты пользуешься каменными. Окей. Ладно. Не все у тебя есть, я знаю. Итак. Ты у нас будешь ковбоем, да? Найдь рабочего. Что? Хижина же есть. А, или я забыл туда заселить людей. Оу. Неприятно. Ладно. Тут мне много воды. До сих пор дождь не пошел. Удивительно. В первый же день пошел дождь. А сейчас как-то и говорят, все нет и нет. Да уж. Как-то даже неприятно. Окей. Так, хижина же у нас есть, в принципе. Да. Стивена Гроув, да. Ты живешь в этой хижине. Быстренько в дом. Быстренько в дом, быстренько в дом. Надо будет сделать себе дом потом, да. Окей, Стивен Гроув. Ну ладно, ладно, ладно. В принципе, нанять мы можем. Не, а, чтобы это нужно достроить, ясно. Ладно, что ж. Так. Да, я понимаю, что я отвлекаюсь постоянно, но что поделать? Нужно. О, вот это я возьму. Это тоже. Ну что ж, что я могу сказать? Ты же не свой дом копаешь? Нет? Ладно, смотри у меня. Положим это все сюда. Что здесь делает? Тыква, откуда она у меня? Кажется, я ее ложил, нет? Ну ладно. А, то, что мне же граут надо расплавить. А, где он у меня? А, у меня все еще здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. И, в принципе, долго я тоже. Ну что ж, на этом мы закончим серию. Всем спасибо, кто смотрел ее. Не забывайте подписываться на наши каналы, на канал Теслера, на канал Грави, на канал Китай, на мой канал. И увидимся в следующей серии. До завтра.